Алло, добрый день. А будьте добры, можно заказать у вас пиццу Монополька? Какую пиццу? Монополька. Нет, у нас тут не бывает пиццу. Это просто маргарита, английский рецепт. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Да. Алло. Алло, да-да-да. Район какой у вас? Район центральный. Дети, у нас тут вот маргарита, она просто идет с сыром моцарелла, томаты и соус там. Да. Да-да-да, я понял. А можно сделать двойную порцию помидоров, огурцов, лука? Огурцов у нас нету. Вообще? Нет, знаю. У вас их нет вообще, да, на кухне? Нет. Понятно. А можно сделать без огурцов и чтобы водка еще входила? Водка входила? Да. Нет, у нас нет алкоголя вообще. Ну, грамм 50 водки просто туда. Нет, у нас просто вообще нету. У нас только соки, пойти и все. Да вы что? Да? Нет, просто тут как бы не цена вопроса, я заплачу сколько потребуется. Не, ну просто на самом деле нету, и во-первых, где у нас кто поедет убегать водку покупать, вообще неизвестно, какая у нас в магазинах продается, поэтому... Не, водку лучше самую дорогую. У меня просто, я объясню, у меня просто гости из Англии, у нас вечеринка английская, им нужна вот эта пицца Монополька. Я вас прекрасно понимаю, но извините, мы как... Ну, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста. Это я заплачу сколько потребуется. Я говорю, что просто мы никак вам это не сможем сделать. Почему? Ну, во-первых, мне некого даже в магазин послать. У нас водители, как бы, они только по заказам ездят. Угу. А закупками надо заниматься непосредственно руководство. Сейчас на месте никого нет. Хорошо, хорошо, я заплачу вам лично 5000 рублей за одну пиццу. Дело не в деньгах. Ну, пожалуйста. Я больше с руководством, но дело на самом деле не в деньгах. Хорошо, 10 тысяч. Ну, перестаньте. Ну, помогите мне. Мне нужно сделать с англичанами. Я не знаю, там другие какие-то пиццерии позвонятся, может они делают. У нас просто на самом деле никак этого не сделать. Хорошо, 20 тысяч рублей за одну пиццу. Да перестаньте, я не могу вам... Я вам серьезно говорю, это не вопрос денег. Нет, дело не в деньгах. Мне просто на самом деле некому... Мне просто очень нужна пицца Монополька. Какой-то рецепт английский, я не знаю. У меня есть ингредиенты, я вам могу их продиктовать. Будьте добры, помогите мне. Алло. Да-да-да, я вас слышу. Сейчас, секундочку, давайте я вас сейчас с поваром соединю, то есть как-то... Да, хорошо. Сейчас. Можете мне помочь? Да-да. Можете мне помочь сделать пиццу? Монополька? Монополька. Монополька? Да. А какие там ингредиенты должны? Это, в общем, маргарита стандартная, плюс огурцы, помидоры, лук, два, в двойном количестве. Плюс водка, чтобы входила туда. 50, может быть, туда полить просто на пиццу. Что должно входить туда еще? Водка. Водка. Огурцы маринованные? Огурцы любые. Огурцы, помидоры, лук два раза. В двойном размере. Скажите, пожалуйста, огурцы должны быть маринованные? Любые. Или свежие? Можно свежие, любые. Так, все, поняла. Еще что там, какой ингредиент должен быть? Водка грамм 50. А, водка грамм 50? 50-100 грамм можно полить сверху просто. Вы можете перезвонить через... Ну, через минут 5. А зачем? Ну, потому что... Ага. Ну, как бы это возможно, но это у нас меню нет, поэтому без меню мы не делаем. Мне надо разрешение старшего повара, главного. То есть он пойдет покупать недостающие ингредиенты? Нет, у нас ингредиенты все есть. Если. Да. Просто у нас этой пиццы нет в меню, понимаете? Да я понимаю, я говорю, что это не вопрос денег, мне нужно срочно, у меня англичане, гости, у нас вечеринка, они хотят вот эту чертову пиццу, которую я не могу нигде заказать. Там 1000 за одну пиццу. Деньги тоже как бы не вопрос. Не в деньгах вопрос. Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. А здесь вопрос в принципе того, что нет в меню этой пиццы. Если сейчас шеф-повар разрешит, я ее сделаю. А почему может не разрешить? 8-10 минут. А почему может не разрешить? А вы можете у меня сейчас спросить, и не решать трубку? А просто шеф-повар у нас как бы... Я прошу заместить шеф-повара. А шеф-повар... И мне надо созвониться с ним.
будете с того же телефона звонить? С какого телефона? Ну, с которого сейчас вы говорите со мной. Да нет, я могу с другого телефона. Вы можете просто не вешать трубку, позвонить ему. Хорошо, хорошо. Да, будьте добры. А Монополь, это называется? Да, английская пицца. Сергей, извини, пожалуйста. Слушай, здесь вот клиент такой, в общем, ему нужна пицца Монополька. Ты такое слышал пиццу? Не знаю, он говорит, как бы, такая пицца, но как бы у нас ингредиенты все есть, и я расскажу тебе, что он просит. Он говорит, стандартная должна быть маргарита. Слышишь меня? Вот, ну как бы там идут дополнение лук, помидоры и огурцы любые, говорит, маринованные, и нужно, чтобы сверху ее полить 100 грамм водки. Так я и говорю, что как бы у нас в меню такой пиццы нет, а он как бы говорит, что... Ну, в общем, сказать, что нельзя, да, такую пиццу делать? Занец говорит, какая-то вечеринка, в общем, англичане какие-то, американская вечеринка, и им нужна срочно вот такая пицца. Да, монополку я тоже не расслышу. Ну, ладненько, я сейчас скажу, что такой пиццы у нас как бы нет. А вы знаете, как бы сказали, что меню нет, и значит нельзя делать нам ее. А почему? Ну вот, нельзя. У нас только все идет по меню, и как бы если ингредиенты не включены в дополнительные, то нам ее делать нельзя. Да, боже мой, я вам предлагаю 20 тысяч рублей за пиццу, за... Да, ради бога, да хоть 50 тысяч. У нас все очень хорошо, сухо, хорошо, все 50. Ингредиенты идут. Алло. По минимальному этому. Да, что же это такое? Я звонил уже в пятую контору в Питере подобную, и мне все говорят, что не могут сделать. Ну, потому неужели, что... Неужели так сложно? Нас. И извините, причем... пожалуйста. Ну, будьте добры. Угу. Алло. Алло. Ну, пожалуйста, ну, помогите. Ну, выручите меня. Нет, мне главное, шеф-повар сказал, что это у нас невозможно. Извините, пожалуйста. А вы можете сделать без шеф-повара? Нет, нельзя. Почему? Ну, потому что я заместитель шеф-повара, и ингредиентов я не могу вам сделать. Я могу заплатить вам 50 тысяч рублей за одну пиццу. За хоть тысяч, уважаемый. Блин. Сейчас, подождите, вот, зачем Насте звонить? Алло. Да. Вы знаете, как бы директор разрешил, только чтобы у вас заказ был... 5 тысяч. Вот 5 тысяч? На 5 тысяч. Минимум 5 тысяч? Да. Ну, конечно, не вопрос. Я вам предлагаю 50 тысяч. Вы что, вы издеваетесь надо мной? Нет, у нас заказ как бы, чтобы, ну, начинает 5 тысяч как бы. Ну, конечно. И вам что, нужна одна пицца только? Или сколько штук вам надо? Нам нужна, да, одна большая пицца. 45-й размер. А больше нет? Нет, только 45-й размер у нас. Тогда две таких. 2.45, да? Да. Лена? Лена? Пожалуйста, пробей пиццу ему тогда, со всеми ингредиентами.